Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с мамочкой готовим борщик. Готовит мамочка, или я ей помогаю, или она мне помогает. В общем, мы готовим вместе все. Здесь не поймешь у нас, кто кому помогает. Один режет одно, другой другое. Но рецепт от мамы, конечно. Она готовит очень вкусный борщ. Какой примерно набор продуктов нам нужен? Капустка свежая, пара картошечек, пара морковочек, свежий перчик, помидорчики, зелень, у нас петрушка, лучок, томатная паста. Будем готовить на бедрах индюшачьих бульон. Вот это мясо у нас тут, значит. Закислять, так как у нас нет квашеной капусты, подкислять зажарочку будем яблочным уксусом. Можно также сок лимончика добавлять, если кому не нравится уксус. Ну, чтобы борщ, чтобы свекла сохранила свой яркий цвет. Вот, мама режет, чистит все овощи сейчас сначала. Подготавливаю. Да. У тебя хорошо получается. Ты очень чистишь правильно все. Будет у нас очень вкусный борщик. Да, мам? Да, да. Сначала варим бульон. Вот мясо целиком, луковица. И еще добавлю некоторые приправки. Сначала мы поджариваем лучок, свеклу и морковочку. Теперь добавили помидорчики, томатную пасту. Сейчас немножко потушится и добавлю перчики, чтобы все тоже тушилось и поджаривалось все вместе. Вот перцы тоже добавляем. Итак, наша заправочка шикарная уже готова. Смотрите, какая она яркая, какого цвета. Бульончик сварен, вынули мяско. Вот. Сейчас мясо будем резать кубиками и потом вернем его в борщ, уже когда будет почти готовый. И сейчас в бульон мы уже поместили картошечку и капустку. Вот будет кипеть минут 10-15 все вместе, потом добавим зажарку. Итак, уже капуста с картошкой готовы, теперь мы добавили вот эту поджарочку или зажарочку. И сейчас вместе все покипит. Тоже минут 5-10 до готовности. И в конце мы вводим всегда мясо, нарезанное кубиками. И чеснок, растертый с любой зеленью. У нас петрушка сегодня здесь. Потом пробуем на вкус, что не хватает. Вводим вкус до гармонии. Специи, соль, сладость, кислота. Это все уже по вкусу надо доводить. Итак, наш борщик готов. Уже добавили мяско и зелень с чесночком. Сейчас выключаем огонь, оставляем, чтобы борщ настоялся минут 10. И потом можно кушать.